Всем привет, друзья, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить Darksiders на харде. И, скорее всего, это уже действительно финальная серия, потому что осколки меча я собрал. Сет бездны тоже собрал. Ну, это даже, наверное, не сет, а просто фрагменты сета были. В общем, забейте. Нам нужно попасть к Культейну, чтобы он починил, наверное, меч или заново его выковал. В общем, сейчас посмотрим, что он будет с ним делать. Ну, а там уже финальный босс не за горами. Вот, кстати, это нора, там, где сундук прячется. Ну и, собственно, вон там был сундук, я его забрал. Не бегал я больше по локациям, не искал секреты, хочу просто добить игру. Вообще игра как-то себя странно ведет, мне ачивки не дают, то есть какой мне резон сейчас бегать, искать? Ну я не знаю, там все предметы, все тайнички и при этом не получить ачивки, это ну как-то, ну я не знаю, глупо что ли. Вот даже сет я собрал, а ачивку я в стиме не получил. Что за бред, непонятно. Что там у меня по хп? О, а что будет, если... Ну да. Все правильно. Ярости у меня вообще нет. Очень мало. Интересно, Ультейн что-то скажет про мой костюмчик или нет? Рад снова видеть тебя, всадник. Шутка про голубчиков, где они? Не будет? Нужно было посчитать, там 7 частей или нет? Мое величайшее творение. Величайшее впереди. Ждет и слышит. Или слышит и ждет. А вот и Авадон. А заметили, что в ролике я все-таки в обычном сете был? Рад снова видеть тебя в зале. Так, ну это все очень хорошо. Клинок Армагеддона. Мне всегда нравилось, знаете, качаешь оружие всю игру, и потом тебе дают какое-то эпичное, и говорят, что то оружие ты мог просто не качать. Это очень мило.
Чем скромный торговец? Так, нам вроде как сюда. Нужно было найти еще один сундук на ярость, потому что у меня 3 осколка есть. Да и на хпшечку, наверное, нужно было поискать. Ну ладно. Не суть. Я думаю, справимся. Справимся. Куда денемся? Намек на то, что если я типа пойду дальше, то уже не вернусь. Но это намек, конечно, не на это, а на то, что назад пути нет, и тайники я уже не найду. Вот так как тут криво дают ачивки, пошли они все нахер. Все просто в шоке. Война пришел. Она приняла меня за кого-то другого, того, кого любила. Думаю, и он любил ее. Когда-то давно, до всего этого. Глупец. Выше всего он поставил долг и ради него погиб. Ты поступишь так же. Небеса охотятся за тобой. Ад ненавидит. Никому нет дела, будешь ты жить или умрешь. Присоединяйся ко мне. Война. Я подниму тебя подобно смертоносному мечу, и враги падут перед нами. Твоими будут трофеи многих тысяч побед. Либо служи воле лживого совета и Создателя, который отворачивается от наиболее верных ему. Я предлагаю тебе выбор. Будешь ли ты служить в раю? Или править адом? А он ее, кстати, вроде не убил. Да, вот она живая. Я уже сделал выбор, которого трус избежал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Даже так? Ой, зря я, наверное, слез. Thank you.
Ты смотри, я не упал. Так, нужно заканчивать с этим. Я еще и хилюсь. Ну и где ты? Смотри, достает. Че это было? Какая-то странная анимация и снес хп мне. Да почему я раньше не могу ударить? Че за бред? Какой-то читер. Заебал ты меня. Вообще реально увернулся? Ой-ой-ой. Исчезает говнюк. По идее, превратиться в себя. А нет. Ну, почти. Твою мать. Как мне нравятся эти стенки. Хорошо, давайте попробуем. Только один клинок может ранить меня. Ты смотри, что вытворяет. Я думаю, парировать нет смысла.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нихера себе ты упорот. Все, довольно. Подобную атаку я видел у этого, как его, брата Данте. Да? С катаной. Или с чем он там дерется? Я не знаю, может быть, просто выпадами бить его. Все, довольно. Не могу играть. Ну, начинается. О, мыголол. Что ты вытворяешь? Да реально выпадами просто забить его. Неужели я достижение получил? Важному, Авадон. Иногда нужно забыть о долге, чтобы сделать, что должно. Не ради своего долга я убью тебя. Урил. Пожинает то, что посеял предатель. Седьмая печать. Война! Ты знал, что это билет в один конец? Они знали, что ты никогда не выступишь в роли палача из-за своей драгоценной чести. Поэтому они низвергли тебя, зная, что ты убьешь всех виновных, лишь бы очистить свое имя. Нет! Подожди, девка! Я кое-что припасы для тебя. Это я заберу. Совету бы не понравилось, если бы ты с этим стал играть. Вдруг, сломав печать, ты не захотел бы возвращаться в свою маленькую конуру. Право, какое несчастье. Свобода уже была у тебя в руке, и ты упустил ее. Сейчас сдохну. Чего тут смешного? Даже ты не стал бы смеяться на своих похоронах. Я смеюсь. Next Sacramento. Моя клятва исполнена. Такой бред. Небесная шлюха. Во-во-во, это четко он подметил.
спину добило вообще, когда война пощадил. Нет, нет, нет! Я вырву тебе кишки и протащу через твой нимб. Вставай! И я буду убивать тебя снова и снова. Я только выполнял приказ, как и ты. Что ты собираешься делать? Воевать с советом? Воевать со всеми? Тебе не уйти. Слышишь? Никогда! Помни, кто держит поводок. Я и не забывал. Ты знал! Ты знал, что здесь произойдет! Знал, что сделаю я! Поэтому ты пощадил меня! Нет. Тогда почему? Я не мог допустить, чтобы остаток чести небес умер вместе с его защитницей. Тогда мы в расчете. Долг может заставить меня обратить меч против тебя. Если этот день придет, я так и поступлю. На тебя будут охотиться. Град Света, наверняка, еще совет. И будут другие. Неужели ты будешь вести эту войну один? Нет. Не один. Остальные всадники. Так, хорошо. Ну а если пропустить? Вроде если пропустить, там какой-то в конце ролик должен быть, или нет? Сейчас посмотрим. Вроде нет. Возможно, нужно было подождать. Хрен его знает. Ну ладно, ребят, игра пройдена. Пожалуй, на этом все. Если вы хотите вторую часть увидеть на канале, то, естественно, ставьте палец вверх. Ну, а там уже будет видно. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.